Всем привет! Друзья, все с наступившим Новым годом! Сегодня 1 января. И я думаю, что многие сталкиваются с такой проблемой. Я с ней столкнулся в новогоднюю ночь, когда вы встречаете праздник в белой рубашке, и вдруг на нее попадает пятно от вина, шампанского, соуса или еще чего-либо. На самом деле это может стать серьезной проблемой, особенно если вы не увидели сразу. И вчера я пролил вино на свою рубашку, но что меня спасло? Вот это средство, пятновыводитель компании Армель. Та штука, которую я несколько раз прыснул на рубашку, и, о чудо, пятно ушло. Хотите, проверим, как это происходит? Сейчас при вас повторим этот эксперимент. Берем вино, остатки с новогоднего стола, красное. Прям так конкретно наносим вино на рубашку. Я прям не жалею, честно, самому страшно. Вот. И даем ему впитаться полчасика. Ну что, прошло полчаса. И посмотрим, как эта штука справится с очень сложным заданием. Смотрите, что происходит. Даем полежать буквально 5 минут и будем смывать. Ну и вот итог, что получилось. Абсолютно чистая белая рубашка. Все пятна ушли. Вот такое чудо-средство. Помощник после новогодних праздников. Да и не только.